Здорово, Санёк. Как дела? Заебись. Мы давно тусу Джуса не снимали. Может, снимем? Да, пора, думаю. Ну, только гостей не надо, тех старых. Сейчас я новых позову. Ну чё, получилось, нет? О, ебать. Здорово. Всем привет, с вами Валерос. Это Туса Джуса. Новый сезон, погнали нахуй! Офигенная погодка сегодня, надо точно покупаться, ведь скоро август, вода станет холодной. Ну, сегодня погодка, наверное, врали, что где-то температура 17, где-то сейчас температура 23, и вот вода, наверное, 15 градусов. Покупаемся, сучки-бомбони. Сейчас Вити собирает костер, там, бересту, будем здесь жарить. Ну, пацаны будут жарить дошик, я попью чай. Вот, не переключайтесь. Чё, как оно? Как водичка, Саня? А? Как водичка? Заебись, ну чё, заплыв? Да. Баран! Да, погнали! Баран, как водичка, блядь! Заебись! А мы-то оттуда погнали туда. Пойду тогда тоже искупнусь. Ну все, я покупался, короче, погнали вот сюда. Оказывается, пока я покупался, только костер, блядь, разжигать. Я уже думал, что и котелок поставили. Так, Витек, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе. Я работодолбоёб. Я должен всех читать. Ну а вкратце, и что там, аниме любите? Да. Скажите топ-3 аниме. Наруто, Тетрадь Смерти и Город, который меня нет. И что у вас там нравится вот? Что вам нравится в этих трех аниме? Сюжет, драма. Персонажи тоже? Персонажи обязательно. Ну еще, вроде бы еще любите рисовать, блядь. Обожаю. Читать себя тоже любите. Читать тоже, да. А вы что, Витек, любите? Много чего. Игры. Точно сказать не могу, но... Игры тоже так поигрывают, и все. Поигрывают. Это то же самое, что и подрачиваю так немного, да? Я люблю дрочить, но подрачиваю. Ну ладно, сейчас мы котелок водичку нальем, поставим. Аккуратно, наверное, вообще горячие, да? Не, вот это не горячие. Все, грело. Давай, Саня, свои там. Ролтоны, хуёлтоны. Мы просто уже переели с Витьком, и они будут вот с этим Витьком есть. Ведь избег там это быстро, там просто надо это, форс. Чтобы там рядошек подогреть. А он сейчас сам это так и не, не. Не. Так не работает, Витя. Так не работает. Работает. Нихуя не работает. Все, хватит ссориться, помада не у меня. Нас так наук.
чтобы все разварилось. Не возникайте, блядь. Молодой человек. Это вам иди не... поспись, блядь. Помнишь, как этот Николай Соболев, знаете, ебало? Ах, это вам не пусть говорят. Ах, блядь, на меня. Давай кидай сюда быстрее, Дош. Блядь, быстрее можешь? Чуть. Да давай быстрее, я, блядь, чуть тебе надо. Так ты... Витя, время. Я сам буду это сухой. В смысле? Сухой, что ли, будешь знать? Да. Дебил, кусок. Бля. Чё, блядь, я один я, дошек? Я, блядь, с самого начала дороги вам говорил. А я не слышу. Я им что-то не помню, блядь. Я говорю, что кому там вот что-то причесть надо? Вам, сэр. Ну окей, блядь, на меня хохнул опять, суп заебал. Супик, короче, вкусно будет. Как мама учила, да, Саня? Нет. Мама его не... Знаете, всегда говорят, ставь лайк, и под подушку у тебя айфон появится. Ставь а лайк, и Саня дошек. Тебе дошик сварит. Вкусный. Видите, воду скипятит. Давай, ставь. Он на дне, блядь. Его не видно. Он там. Он там. На суперсуса похож. Бля, вот где-то там у тебя ложки. Сейчас достанем. Как говорил суперсус, сейчас двинем. Супом пахнет. Бля. Ну что, вот они. Лапша моя. Можешь кошку? А? Кстати, так пахнет старым супом, знаешь, таким не курим. Старым. Ну не старым, а в детстве ты да. Такой же был. Саня, вся ложечка. Блядь! Как это понимать? Видите, какая она стала, блядь. Погнулась, блядь. Ай, блядь. Ну чё, где мой стакан? Не вибратор. Вот он. Ах, ладно, пух. Ай, блядь, обжёгся. Да сука, вода ебаная мешает. Как-то надо слить. Короче, вот дошик вам. Веселые истории. У нас есть один такой друг, я его имя, конечно, не буду сейчас это раскрывать, потому что история такая позорненькая для него будет. Короче, сидим мы, короче, на алгебре. И вдруг ему что-то резко захотелось туда какого-то посрать. То ли он такой офис траву это выпил, то ли из-за пака это было, я честно не помню. Короче, учительница по алгебре вышла из кабинета, он такой вот и кричит, блядь, больше не могу терпеть. Хватается, короче, за свою задницу, вот убегает из кабинета. Потом на следующий урок мы узнаем то, что толкан на втором этаже весь обосран. С этим другом еще какого-то директора вот разбиралась. Что он обосрался? Да, да. Серьезно? Там чисто, там было... Там вот это по слухам, там все стенки измазаны, там вообще мимо унитаза, короче, угарно. Стеночки. Да, Саня. Давай, Саня, твою теперь историю. Короче, был один друг. Не буду тоже раскрывать его тайну. Личность. Короче, да. Блять, дайте на что-нибудь сесть. Нет. Отлично подойдет. Сука какая. Шалава рыжая. Да тихо. Вот. Ну вот, он, короче, ну, мы... тоже на этом месте, короче, отдыхали, да? Ну, здесь было сухарики, все. Ну? Он, короче, полез, типа, за сухариками, подскользнулся, наебнулся на... вот, типа, на вот этом месте, блядь. Я хуй знаю, блядь, так угарно было. Вот. Не знаю, что за история.
Тут такая охуенная атмосфера. Не-не, тут реально охуенно. Ну да. Че, давай расскажи, как мы там это помогли одному бомжику. Ах да, мы только что видели беспомощного мужика. Точнее, мы его вчера видели, он хотел пить. И мы сейчас ему принесли чайка, он нас поблагодарил. Аж приятно стало, да, людям помогать. Да, если бы. Как видите, Саня, тут уже все. Че, все? Не понял твои... Приуныл немножечко. Да, приуныл. Да, блин, я не буду, из-за чего я приуныл говорить. Да, подумаешь, она здесь проблема. Подумаешь, что баран ушел, Саня, не переживай, пожалуйста. Да, у меня вот здесь проблема. Саня, не волнуйся. Проблема, говорили, Валера. Все. Важно. Сука, ты еще эти ебучие чайки? Да нет их. Да, блядь, они где-то кружат. Я, так они там. Я чувствую их. Я переебу. Я переебу, если говорю вам. Ай, блядь. Че там тебе? Да пиздец. Поезд. Как, готов к учебе? К учебе? Да. Ой, ну нахуй. Ну, не, нихуя не готов. Я не хочу школу. Блядь, ебись, пожалуйста. Валер, давай не об этом, пожалуйста. Саня плачет уже. Блядь. Девятый класс, ебаный стыд. Сыр, блядь. Не прогуляешь, блядь, как я в седьмом. Да, блядь. Здесь уже следить за тобой будут. А почему ты прогуливал в седьмом? Почему ты прогуливал в седьмом? Ну, по фану. И ясно. И все. В этом вся причина. Хотя, нет, был один раз. Физры-то прогуляли. Ой, блядь, девочки, нахуй. Физро, пацаны. Физро обожайте, вот видите. Ой, богачок, нахуй. Валера, все девки твои, я тебе отвечаю. Пацаны, он вкалил себе. Не верьте, блядь, он вкалил. Да, я этот руки в базуке, блядь. Да, блядь. Чуть-чуть. Сука, это допинг. Валера, это допинг. Да. Это все из-за бигмака, да. Все же мы, помните, я говорил, все же мы, наверное, не пойдем на ту заброшку, потому что там опасно, там люди ходят, точнее, работают, потому что пол отделения оказывается в рабочем состоянии, остальное все пиздец. Ну, баран там ползал, блин. Но я думаю, что собаки просто баранину не едят. Да и Серегина то не едят, блин. Да и петушарина тоже. Петушарина. О, ма. Курочку не ест. Косточку. Как видите, у нас тут чай. Сидим на крыше, чаи распиваем. Лысого гоняем. Из Бразерс. Конечно. Конечно, да. По магазинам. Так, это не реклама, если что, сайт. Это была не реклама, да. Что такое реклама? Ну ладно, спасибо, что посмотрели ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Оли Рос. Всем пока. Зены фазеры сироп, меня загоняет гроб. Зены фазеры сироп, меня загоняет гроб. Неудачные дубли. Да ну у вас нахуй, я пошел выжать. Ах, ты ж сука. Витек, давай историю. Да, короче. Саня, блядь. А почему ты постоянно меня снимаешь? Потому что ты гость этой программы, может, блядь. Да я нет. Саня, Саня. Я уже как бомж здесь, блядь. Нет, он вторичный персонаж. Вторичный гость. Я уже все о себе рассказал. Я тут его вот с собакой, вот уже погулять, чего вы меня снимаете-то? Она, блин, давно уже... Сам захотел сниматься, блядь, и сказал, давайте влог, блядь. Да. Блядь, нахуй. Что ты сливаешь? Я сливаю. Нелегальные вот, выброс отходов у озера. Ебать, он голым, да? Моя прелесть. Это неудачные дубли. Вот это неудачные дубли. Ты наебнулся? Блядь, через нос кола пошла от смеха. Баран ёбнулся, я так заржал. У меня кола из носа вытекла. Я руку, блядь, порезал об себе. Так я сказал, иди домой. Ты сказал, что домой пойдешь, блядь. Я ёбнулся, да. Ну, вот неудачный дубль. Короче, ровно, давай. Был один друг, он, короче, наебнулся, когда мы были... Да, дико ты, блядь, это уже... Это просто история, которая на камере записана. Всё, до свидания. Беги давай. Бля. Живи там, брат, не поскользнись на бетоне.
Вот, ну вот, он, короче, ну, мы тоже на этом месте, короче, отдыхали, да? Ну, здесь было сухарики, все. Ну? Он, короче, полез, типа, за сухариками, подскользнулся, наебнулся на, вот, типа, на вот этом месте, блядь. Я хуй знаю, блядь, так угарно было. Ну вот, не знаю, что за история. А ты не то? Это не в предыдущем кадре была? Есть такой...